Всем привет! Если вы видели мое видео прошлое, то вы знаете, как я раздобыл ослик. А если нет, то желаю посмотреть. Ведь я не использую аукцион. И там есть пруфы. А вообще, смотрите, как кайфово смотрится пират на осле. Где вы еще увидите такое? Так, все. Едем мы собирать ресурсы дальше и качать шмот. Оп, какой-то карасик плавает. Обалдеть, рыбалка. Оп, тянем, потянем, а вытянуть не можем. Что нам? Нам сразу моллюск. Увеличить восстановление энергии на 5,3 в течение 30 минут. Шикарно. Водоросли нам тоже пригодятся. Так, еще рыбку словить. Так, тут ловят. Оп. Есть. И тут какой-то карась плавает. Давай, родненький. Карасик. Окунь. Ну, как говорится, хрен редьки не слаще. Там кто-то плавает. О, прикольно, я попал прям между камней. Ой, что-то легкое. Есть рыба первого уровня. Красноперка. Прикольно, не думал. Охотник есть, 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 есть. Лук прокачан. Отлично. Все. Так, можно надеть палаш. Хобана. И место освободилось. Можно вообще в четвертое идти. А? Третье. Четвертое. А можно и в четвертую пойти, в принципе. Локацию-то. Почему бы и да? Пенька. Пенька, пенька, пенька. Немного перегружены. Ну, конечно, перегружены. Как я буду не перегружен, когда столько всего? Кстати, а сколько мне там до пятой реверки? Ага, да, надо идти в четвертую, и там убивать мобчиков, чтобы быстрее прокачать пятую, и можно идти в желтые зоны. Я тут побегал немножко, пособирал ресурсиков и понял, что я пока не хочу этим заниматься. Я похожу в сольники. Думаю, почему бы и да? Но ведь да. Решил снять
первого босса. Так-то он вроде бы не сложен. Если будет сложно в прохождении, то возьмем топор. Есть книжка. Одна. Идем дальше. Ладно, идем дальше. Так, last boss. Синенький. Сундук. Видно, что маны немножко маловато. Что у нас выпадает? Факел и кожаные ботинки. Так. 1000 серебра. Так, вот это фигня нам не нужна. Я извиняюсь. А, два факела. Там выпало два факела. Нормально. Выходим. Там рядышком был еще сольничек Т3 и 2. Синенький. Надеюсь, он не залутанный. Потому что он нам пригодится. Забрали его. Обидно. Обидно. Надо еще походить с третьей поискать. Нашел. Нашел Т3-1. Пойдет. В принципе, тут неплохо выпало. Что-нибудь да будет. Встретимся на... Обидно. Обидно то, что здесь уже кто-то есть. Жаль. Идем дальше искать. Нашел какую-то шляпу. Может, что-нибудь интересное выпадет. Что-нибудь... Куртка. Вот так вот мы и наберем, а то ходить, собирать ресурсы, крафтить. Зачем? Когда можно пройти пару сольников. Это и веселей, и сразу ты качаешься. И шмотки. Вот уже. Уже еще почти один сет есть. Ну, давайте. А, вот, тоже Т3 один. Нормально. Нормальненько. А вот и первый босс, зеленый сундук. Ну, надо сначала расчистить. Я так думаю. Отлично. Все, сейчас чуть-чуть ХП восстановится. Заберем этого пироманьяка. Вот же, дали же имечко. Вообще, на изиче. На расслабончике.
А что, он даже ничего не кастует? Так даже не интересно. Сдался без боя. Так, хорошо. Используем. Или может собирать. Давайте попробуем пособирать. Ладно, встретимся дальше. Last boss. Ай-яй. Last boss. Точно такой же, как и предыдущий. То бишь, ничего сложного. А нет, вот эти и другие. Ну, в принципе, то же самое. Ай-яй-яй, куда я? Плохо. Чего он на него прыгнул? Я же в другую сторону хотел. Ай-яй-яй-яй. Что тут? Ладно. Дубль 2. Что-то я завтыкал немножечко. Получил лишних тренделей. Оп, надо бежать аж сюда. Какой-то шустрый малый. Почему нельзя было так сразу? Зачем мне надо было? О, мастерство еще, налетчик, эксперт. Что? Жуть. Ладно, идем искать дальше. Нашел еще такой же сольник. Неужели они здесь все одинаковые? И да, я прокачал меч до Т4. И сейчас пока что взял топор. И пока взял топор, вот. Так что пока так. Во, тут на этаже был дополнительный босс. Сейчас мы с ним разберемся. Телефон уже начал нагреваться и трохи подлагивает. Ну, что мне здесь какого кайфового? Четвертый тир. Это что? Это латы. Ну, пусть будут. Лучше, чем ничего. Идем дальше. Здесь всего один этаж. И смотрите, это фиолетовый сундук. Надсмотрщик какой-то еретиков. Интересно, я с ним справлюсь? Он тяжелый? Первый раз его вижу. Ну, я думаю, справлюсь. Ай, плетка бьется. Ах ты извращенец. Ах ты извращенец. С плеткой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой.
ты. Где мой отфил? Есть. Чувак, ты слаб. И вообще, ты пьяный, иди спать. И че, и все? Броня, солдат. Вот тебе и фиолетовый сундук. Ладно, идем дальше. Т3 и 2. Аминь. Сейчас что-то будет. Сейчас что-то будет. Это получается 5-й уровень. Ой, надеюсь, я справлюсь. Пожелайте мне вот... его уже начали. Его уже кто-то... Или нет? А нет. Повезло. Оп. О! Есть! То, что мне надо. Так, а здесь у нас что упало? Опа! Опачки, опачки. Так, а что тут у меня по топорику? Где? О! Сейчас топорик у нас будет открыт. 4-й. Прекрасно. Смотрите, посох хорошего качества. Отлично. Так. С этими мы сейчас по-быстрому разберемся. Есть. Как хорошо, что бочки меня не взрывают. Так, лучники. Лучники — это плохо. Это телефон уже подлагивает. Ну что, давайте последний сольник. Пойдем наловим рыбки на следующий раз. И будем закругляться. Ай-яй-яй-яй. Что-то совсем телефон нагрелся, надо уже потихонечку будет закругляться, а аккумуляторчик садится. А вот первый босс уже. Так скоренько. Ай, да, у меня уже закончилась та еда. Я съел новую рыбку. Так, ты что? А, чаша. Чаша нам дает что? Чаша нам дает серебро. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ах ты ж, засранец. Я ж вроде недалеко ушел. Ну ладно, давайте используем вот так. У нас будет быстрее. Кстати, топор надо
докачаться до 3-го уровня, чтобы можно было использовать не в одиночный таргет, а в несколько. Серебришко. Ну, я надеюсь, в этом сольнике будет что-то хорошее. Так, эти меня не трогают. И мы их не будем трогать. Опа. Адреналин закончился. Ай-яй-яй-яй. Ну ничего, мы и с ними справимся. Топор делает вещи. Посох мы будем использовать, когда уже откроем, точнее не откроем, а когда добудем ткань. Так, надо чуть-чуть отрегениться. Отрегенились. Ой-ой-ой, больно, больно, больно. Так, оно щит дает выкрывать. Увеличивая ваше сопротивление урона на 57 и отражает 38. Ага, в качестве магического урона. Хорошо. Хорошо. А здесь один этаж и один босс? Да ладно. Да ладно. Почему один? Почему не два? Хотя я надеюсь, лут здесь будет хороший. А, здесь было два босса, только один с чашей. Ну, такое себе. Лучше бы шмот какой-нибудь дали. Я уже забыл это. В этом сольнике не выпал посох или нет? Ну ладно. Ох ты, как шмалял в меня. Ну-ка, 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 Фери, синий. Ага. Ну, надеюсь, с лутом не обидят. А, давайте. Ай-яй-яй, стан. Фу. Стан меня миловал. А я милого узнаю по походке. Так, иди сюда. Так, это ладошка больно бьет. Хобана. Так, ждем 11 секунд и идем на босс. 5000. 5000 хп. Если не справимся, возьмем посох. С ним-то мы уже точно справимся. Так, он здесь будет кружиться, да?
Да, он здесь будет кружиться. Давайте сделаем так. Делаем так. Ай-яй-яй-яй-яй! Опять я телепортировался к нему. Да что ж ты будешь делать? Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Убил. Так, я его убью. Я опять телепортировался к нему. Что за фигня? А, если просто на скилл нажать, он делает все к мобу, к противнику. Надо в сторону отводить. Ладно, погнали, иди сюда. Зря, рано, наверное, адреналин, надо было настакаться. Да, надо было настакаться. Ну ладно, будем знать, будем иметь в виду. Ой-ой-ой-ой-ой. Отлично, отлично. Иди сюда. Оп. Ну и все. Прощайся. Ага. Ага, еще чуть-чуть, и я бы попрощался опять. Есть. Что ты нам дашь? Что ты... Топор! Топор! А, так, мне вот эта вот игрушка не нужна. Алебарда! А что алебарда делает? Пробивайтесь сквозь всех врагов в радиусе 7 метров вокруг вас, нанося 325 физического урона. Если на ком-то из врагов были заряды ограничения, все задетые враги получат то же количество зарядов, что и у врага. Больше количество заряда. Каждый заряд вот, наносит 65 физического урона в течение 60 секунд. Если достигнут максимального количества зарядов, враги под ними влияют. Враги под их влиянием получают снижение. Неплохо. А давайте походим. И вот так вот давайте. Прикольно, с алебардой я еще не ходил. Их хорошее качество. Хорошее качество. Так, и давайте кого-нибудь попробуем убить. А вот, далеко не надо ходить. Ого! Ого! Офигеть! Ого-го! И заряды передаются. Отлично! Обалдеть! Какой чудесный день. Так, наловим чуть-чуть рыбки. Давайте пробежимся так вот справа налево. Покидаем в эти. В рыбные места. Что словим, то словим. И поедем, отвезем вещь. Рыбка, выходи. Так, это что там плавает? Это деревяха. Деревяха, неинтересно. Вот, карасики плавают. Плавают карасики. Так, может, какая... А, потом, если что, потом. Рыбалочка. Что может быть
приятнее. Кстати, я так давно на рыбалке не был в жизни. А в детстве, в молодости так любил. Ой, что-то совсем легкое. Недолет. Апли-гоп. Давай, карасик. Давай. Нет, это не он. Это не он. О, сейчас будет карасик. Отлично. Отличненько. Вот карасик плавает. Какой-то легкий. Что бы это могло быть? Первый. Опс. Полосатый карп. Да. А это что? А, это второй уровень. Все понятно. Ну ладно. Второй тоже неплохо. Это же рыба. Слишком легко идет. Нет, не хочу я здесь ловить, все. Поехали отсюда. Здесь клюет какое-то фуфло. Поехали отвозить вещи. И, кстати, пойдем, когда уже в красные зоны, есть шанс, что найду какой-нибудь трупик, и там будет лошадь. Это будет прекрасно. А тут два удара, и я пешочком гуляю. Это что такое? Это вообще, это как понимать? Это вообще как понимать? Мы в большом городе. Сейчас пойдем выгрузимся и посмотрим, что мы на данный момент имеем. И, кстати, в принципе, можно уже ходить в четвертые сольники, правильно, думаю? Правильно. И там с обычных мобов падают третий шмот. Шикарно. Чего у нас нет, то может выпасть, мы докачали. Так, надо починиться. Вот на это нам нужно серебро. 5000. Ну я там пару раз падал. Ладно. Пойдет. Итого, на данный момент у нас есть. Так. Так. А, я вот даже угря словил. Вот что мы на данный момент имеем. Топор 4 уровня. Оружие 3 уровня. Вот. Древесный посох меня прям порадовал. Кожа full set. Пару плащей. Обувь. Сумочка одна. Удочка. Обалдеть. Я же... Все. На этой ноте пока
заканчиваем. Следующее. Встретимся в следующей серии.